Запад, он как-то очень сильно отличается от всего Казахстана. Вот так, вдох. Выдохай. Выдыхай, а? Положи руку туда. Вот, и прям туда дыши. Это женские страхи твои про, ну, про женщину. Вдох еще. Ага, руки, дыши. Глаза, нежелание видеть. У кого плохое зрение, там, у кого эти, астигматизм, у кого это... Глаза дергаются? Это страхи. Да, это страхи. А? Затылок? Ты, потому что не понимаешь, что здесь происходит вообще. Затылок – это когда летят установки. Дышите глубже, еще вдох. Это нормально. Прям можете засыпать. У кого слабость и охота спать, а кожное высыпание? Сейчас, подождите, пройдемте. Отпустила? Отпустила, ага. А, у кого кожные заболевания, да? Любой дерматит, там, или вот там прыщей много, это, я не знаю, там нейродермит. Это внутренняя ненависть к себе. Это внутренняя ненависть к себе. Это тогда, когда человек себя ненавидит. Есть поступок, за который ты себя очень сильно ругаешь и до сих пор не можешь простить. И у вас вот это вот все на руках уходит. А если про ласку? Тоже да. Да. А если кожные по наследству, то они... Без разницы, нету наследственных этих заболеваний. А вот, руки сводит. Так. Айнур, это где? Свет, возьми этот рулон бумаги, пойдем.